Чебоксары в числе российских городов, где за последние 3 года абсолютно во всех школах обновили столовые. На модернизацию 61 пищеблока город потратил почти 29 миллионов рублей. Одно из последних современным оборудованием оснастили 11-ю чебоксарскую школу. Глава города Леонид Черкесов проинспектировал, как повара справляются с новой техникой, и поинтересовался, нравятся ли детям обеды. 11-я чебоксарская школа – одна из старейших в городе. Капитального ремонта здание не видело с момента постройки 50-х годов прошлого века. В этом году на выделенные из бюджета города 800 тысяч рублей здесь привели в порядок несколько классов, спортзал и школьную столовую. В учебном заведении говорят, облупленные стены, старые потолки, потрепанная мебель раньше аппетита не добавляли. Но этим летом столовая пережила второе рождение. В основном все оборудование закуплено. У нас мы заявку сделали на электрокотел, и мы хотим поменять вот эти столы. Вот это 5 столов, остальное оборудование все поступило к нам. Мы все установили, все оборудование работает. Как работает новенький пароконвектомат, электросковорода, посудомоечная машина и разобрались ли в технике повара, глава города решил узнать лично. Сначала Леонид Черкесов оценил скорость работы и объемы, с которыми справляется посудомойка. Кстати, она еще и существенно экономит воду. Следом главе Чебоксара продемонстрировали чудо-сковороду. Несмотря на свои внушительные размеры, оборудование оказалось очень бережливым в плане электроэнергии. Электросковорода – это здесь, пожалуйста, блины, пожалуйста, если что-то нужно, оладьи. Потом, значит, можно готовить. Вот. Прям все полностью здесь, одним махом, да. Весь объем закладывается и готовится определенная вещь. Вместо привычных супа, пюре с котлеты и компота школьникам теперь есть из чего выбирать. В меню обязательно несколько видов салатов, первых и вторых блюд. Причем детям стали давать меньше жареного, упор на еде, приготовленной на пару, а также овощах и фруктах. Пароконвектомат сохраняет в мясе полезные для растущего организма микроэлементы и витамины. Мне нравится капуста с морковкой. Суп больше нравится. Мне нравятся макароны, котлетки, компоты и суп. Мы видим, что из года в год у нас увеличивается количество детей, которые питаются в школе. Значит, им нравится. Вот это для нас это важно. 97% детей в школе сейчас питаются. По заявкам руководителей у нас еще где-то какого-то оборудования хватает. Сейчас до конца года еще 1 400 000 выделяем, чтобы докупать отдельно по школам. К декабрю ученики абсолютно всех школ перейдут на правильное питание. С Нового года современное оборудование для столовых начнут завозить и в детские сады. Оснастить их новыми пищеблоками город планирует за 2 года. Евгения Зиновьева, Игорь Ульянов, Вести, Чебоксары.